друзья, все начали ролик, подпишись, когда поставили лайк, даже это какой-то, потому что ролики реально интересные. Всем мяу. Всем привет, друзья, с вами я, Файкоц, и сегодня что-то хочется. Что поделать? Ну, я не знаю только что. А может быть, сделаем. Вы знаете что? А я хочу сделать реакцию на видео, потому что давно все-таки не было у меня реакции на видео. Поэтому я решил сделать реакцию. Ну, а перед началом этого ролика подпишитесь, тогда поставьте акторский колокольчик, чтобы всегда знать, когда выходят такие крутые видео. Ну что ж, кстати, ребята, на ролике Файкоц не выключил запись. Это я, типа, многие спрашивают, а в чем смысл этого ролика? А я вам отвечу. Просто я как бы забыл выключить запись прошлого ролика. И как бы... Ну да, того видео в день я сегодня уже не буду снимать, потому что я долго думал, про что вообще снимать. Ой, да что я открыл? Там погоду какую-то открыл. Кстати, ссылку на погоду в Иркутске вы можете увидеть на ролике... На ролике в про это. На этом. В общем-то, сегодня я буду делать реакцию на видео. Если бы котики ходили в школу. Ну, на какую, если бы котики ходили в школу? Тут, в принципе, у них ничего нового, но я знаю, на что я еще не делала реакцию. Так. Может быть. Я сделаю видос, реакцию на вот это вот. О, давай, да, как раз таки. Привет, ребята. Я сам канал Акутунет. И перед тем, как мы посмотрим все игрушки учеников, я бы хотел сообщить вам важную новость. Дело в том, что во всех... Хаги-ваги. Миссис Хаги-ваги. Нама эфтюм рави. В том, что, возможно, YouTube будет заблокирован в России уже в ближайшую неделю. И хотя фу, не хорошо, не что этого не будет зашло. До свои видео, пока будет такая возможность. Я призываю вас обязательно подписаться на мой Telegram. Ссылка будет внизу под этим роликом. Привет! Так что не потеряете меня. И там я буду точно так же выкладывать свои видео. Ну, ну что ж, друзья, а теперь давайте перейдем к игрушкам. И первая из них это ящик. Она что-то... Вот такая она забавная. Прикольная. Ну и следом за ней идет, конечно же, знаменитая лягушка Кусила. Она вот такая вот. О, прикольненькая все-таки. Да, веселенькая. Такая, в принципе. Не стоит забывать про рыбку ученика Рыбкина и мышку Тыгадыкова. Она на рыбку Немо похожа, кстати. Берет ее в школу. Мышка Тыгадыкова. А у меня такая была, только оранжевая. Вы помните, мне Валева ее приносил, помните? Сами знаете, чей. Ну, Полковая. Все эти игрушки не бегают, не летают. А то пришлось бы мне не очень хорошо. Полковая, а где сам... Ну и самый главный наш Костя, конечно же, утка Маткова. Это утка, которая на ее... Привет! Так, Валева пошел уже... Ну, ты понял, куда. В общем-то, это утка, на которой в заднем месте была шпалгалка. Есть вот такой вот набор из трех уточек. А еще вот такая, похожая на желе. Кстати, кстати, это в другом ролике было у них. Прикольно. Прикольно, да. Прикольненько. А вот и самая главная уточка. Вы не представляете, сколько самая главная. Ребят, не забывайте. Самая главная. Большая дырочка. Я думаю, вы сами догадались, зачем она здесь. Кто догадался, пишите. Я не догадался вообще. Ну вот и все. Вроде никого не забыл. Кстати, на следующей неделе у меня выйдет новый ролик на канале, который я... Мне кажется, вы забыли Подушечкина. Если, конечно, у него что-то было. Ой, это же Катина Ивановна. Пишите комментарии, и обязательно увидимся в следующем видео. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Давайте сделаем еще реакцию на видео. Например... Ой. Например, на реакцию новогодней игрушки. Во.
4 + 4 получается. Сегодня у нас будет маленький. После этого вы сдадите свое домашнее задание и можете идти домой. Ну что, достаем двойные листочки, ручки, открываем ваши тетради задания и записываем. Дяденька. Так, какой я вам дяденька? Вы в школе дяденька. Находитесь? Обращайтесь ко мне по имени. Дяденька, мы вообще-то в магазине. Какие школы смоли? Сейчас каникулы вообще. Ой. И зачем эти учителя кислотками разразили? Вы покупки оплачивать будете? Чё, там шины варяются, что ли? А пятерками в дневник оплату принимаете? А пятерками. А двойками? Будет? Двойкой? Да, двойкой. Уважаемые граждане, я ваш президент. Ой, да ё-моё! Этот год принес нам много положительных эмоций, а ученики в школах получили много знаний. Кроме Лоткова, правда, потому что он не учится совсем. Мы уже читать субтитры. А почему президент говорит? Там уточки играют в футбол. И откуда он меня знает? Потому что я есть Геннадий Петрович. Лотков. Твой учитель. Вот мои очки, кстати. Опс. С Новым годом. Жду тебя в школе. Когда бы я увидел своего кота в очках, то я бы понял, что это Геннадий Петрович. Просто я... Знаете, что я еще видел? Я просто, кстати, смотрю, вот у меня история одна есть. Я смотрю вот такое видео, и там вижу собаку, которую рисуют. Я сразу понимаю, что это Ласковый Джонни. И так же, я когда вижу своего кота в очках, я понимаю, что это Геннадий Петрович. Через сутки на голове это Ватков. Не-не-не. А у нас есть? Ладно, перемотаю, потому что оно у меня уже долго идет. Садись туда. И все. Кря. Ква. 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 Буль. Кря. Я тебе сейчас дашь. Ква. Носик. Буль. Помогите. Помогите. Ой. Все, он больше не Уйпкин. Добро пожаловать, Рыбкин, наш дурдом. Какой-то. Даже мой дурдом. Я пошёл. Поделюсь, оставьте свои комментарии, поставьте лайк. Ещё пока. Ну, что могу сказать? Крутое видео. Если что. Ладно, что это ролик заканчивается. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Добро пожаловать в Рыбкин. Рыбкин, в наш дурдом. Ну что ж, всем пока-пока. Что там за момент было? Ладно, что ж, всем пока.